Здравствуйте, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики. Мы живем в Казахстане, многонациональном государстве, где все праздники – единые праздники. И вот сегодня праздник у католиков и православных. Католики отмечают Пасху светлое воскресенье, а православных сегодня вербное воскресенье. Мы были в церкви, в каждом доме вот веточки, букетики, верб. Вот мои верные друзья. Рядом Кеша, Алина, наша кошка Боня. Все хотим вам пожелать здоровья, счастья. В доме, чтобы было тепло, уют, достаток. Чтобы ваш дастархан всегда был полный. Чтобы в нашем государстве был мир и покой. Всем счастья еще раз и здоровья. Мы были сегодня в храме, в церкви, и я сделала небольшой такой сюжет. Покажу сейчас его вам. Еще раз всех с праздником. Алиночка, что-то хочешь сказать? Желаю вам счастья, здоровья и чтобы вы жили хорошо. Да, Боня тоже самые наилучшие пожелания передает. Кеша, скажи тоже. Вот Кеша тоже самые наилучшие пожелания вам передает. Всем всего доброго, с праздником вас всех. С вербным воскресеньем. Вот сколько людей идет в церковь, с церкви. Там дальше батюшка светит. Людей много. Вот наш храм. Лена с Алиной зашли. Пошла я тоже. Я зашла в церковь. Служба идет. Такая красота у нас. Такая красота. Служба идет. Подходят батюшки, крест целуют бабушки. Здесь свечи ставят возле каждого святого лика. Дорогие братья и сестры, сегодня вечером в 5 часов по полудни будет совершаться последний в этот великий пост таинство соборования. Кто еще не приступил к этому святому священнодействию, приглашаем 5 часам в храм на таинство соборования служения всего духовенства нашего города. С добрым сердцем приглашаем. Так у нас спасибо. Красиво. Так у нас красиво. Людей много разных наций, с детками, старые, молодые. Праздник.
праздничная литургия была, людей много было. Люди ждут батюшку освящения. Все, мы уходим. Вот такой у нас вход в храм. Там колокольня. Небо сегодня прям голубое, вчера зима была. Сегодня прям погода по заказу. Люди идут. С праздником всех.